сначала было сложно, потом было очень круто. Вот прям очень круто. Очень насыщенно, интересно. Местами, конечно, где-то тяжеловато в плане недосыпа. Хочется спать. Приспособились мы, и стало очень хорошо. Вообще круто. Познакомился с классными ребятами, сходил на лекции. В общем, доволен. Очень. Это хороший шанс прикоснуться к физике, прикоснуться к науке. Это классный опыт. Можно обрести новые знакомства и получить новые знания. Мне понравилось очень сильно, что сотрудники института, с которыми мы общались, они действительно были очень открытыми. Была такая дружная атмосфера, и напрямую можно было общаться с ними. Мы здесь как будто живем уже очень долго из-за очень большого количества событий. Вот, намного больше, чем в обычной жизни в городе. Прекрасно, мне все понравилось. Очень понравилось участие кураторов в нашей жизни, их забота. Я выполнил свою цель, я долго к ней стремился, мечтал побывать на коллайдере Ника. Ну, наверное, самое запоминающее событие – это экскурсии. В оба дня все лаборатории, ляп-ляр и лаборатория сети высоких энергий, еще лаборатория информационных технологий. Я кайфанул. Неожиданно как раз-таки поездка в ЛИД, потому что, ну, как бы, думал, ну, а что там смотреть, это же, ну, компьютеры. А так прикольно на самом деле, они еще синим светом горят, и как бы суперкомпьютер, и... Ну, я как бы работал с суперкомпьютерами в лаборатории, а увидеть их вживую – это вообще другой уровень. Мастерская, одним словом, разношерстная. Шизика. Атмосфера. Люди, наверное. Не знаю. Пусть будет веселье, хорошо. Или друзья. Дружба. Товарищество. Вдохновение, наверное. Мне она яркая. Научная. Друзьям я расскажу, что это возможность для молодых ученых заниматься ядерной физикой. Про людей, про то, какие тут преподаватели, про берег. Ну, я бы, наверное, посоветовал друзьям сюда приехать, потому что это круто и очень-очень заряжает. Перезаряжает, как-то отвлекает и мотивирует что-то делать дальше. Больше теоретиков!